Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Акция «Тиранова Аутлет». 5 по цене 3. Берешь 5 вещей, платишь за 3. «Тиранова Аутлет». Мы открылись. 12 июня вся страна отмечает День России. Праздник особенный и важный, несмотря на свою юность. Всего 30 лет. Мы с вами дети страны. И сейчас у многих россиян, ровесников праздника, уже есть свои дети, которым предстоит счастливо жить в Великой Российской Федерации. Жители Соловьиного края поздравили всех с этим праздником. Хотелось бы пожелать счастья и поскорее выйти из ситуации, которая у нас сейчас сложилась с коронавирусом. Чтобы все были здоровы. Будьте здоровы. Терпение. Ну, конечно же, здоровье, потому что сейчас нелегкое время. Я желаю всем здоровья, оптимизма, потому что мы очень большая, сильная страна. Вот, все у нас получится, все невзгоды пройдут, и будет все хорошо. Ну, что пожелать курянам? Ой. Всем здоровья и удачи во всем, и терпения, и благополучия во всем. Дома будем отмечать, в своей семье. У меня трое внуков. Дочка одна воспитывает их. День России, чего ты пожелаешь курянам, россиянам? Всего хорошего. Ну, а еще? Ну, чтобы не было всякого карантина. Можно я дальше? Ну вы же патриотка, пожалуйста, должны быть. Не, не очень. Да всем здоровья. Скорее всего, чтобы кончился этот коронавирус, как говорится. Всем было свободы, всем счастья и всего хорошего. Наилучшего всем нашим горожанам. С Днем России! Желаю хорошего правительства и хорошего настроения, чтобы все это закончилось. Ну, в первую очередь, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Я считаю, что будет здоровье, лопату возьмут, денег и выкопают. Вот, это в первую очередь. Ну, и благополучие, чтобы не было войны. Все остальное, я думаю, приложится, все будет хорошо в целом. С Днем России! Благополучие. Прежде всего семейного, там, чтобы люди по-человечески относились друг к другу. Людям, которые уже в преклонном возрасте, здоровья побольше, потому что так как они еще и воевали, и ну, внуки, правнуки у них. С Днем России! Акция «Тиранова Аутлет». 5 по цене 3. Берешь 5 вещей, платишь за 3. «Тиранова Аутлет». Мы открылись. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.